Нескучном саду есть три моста. Большой каменный, средний каменный и малый каменный мост. А все они появились благодаря знаменитым братьям Орловым в 18 веке, и каждый из них выполнял свою функцию. Большой мост соединял усадьбу с территорией сада, и по нему обычно ездили кареты. Средний мост был для всадников или верховых, а малый гротесковый мостик был пешеходным и прогулочным. С гротесковым мостиком связана одна любопытная легенда. Считается, что если молодожены возьмутся за руки и, держась за руки, пройдут по этому мосту, то они никогда не разлюбят и не расстанутся. Легенда эта восходит к императрице Екатерине II. Она гласит, что Екатерина приезжала в Нескучный сад и гуляла по этому мостику со своим фаворитом Григорием Орловым. А какое-то время императрица действительно думала о том, чтобы сочетаться с ним браком, но общество осуждало этот шаг. Как сказала сама Екатерина, что Екатерина может быть Орловой, но вот императрица никогда. В итоге их брак так и не состоялся. Но легенда гласит, что если вам, в отличие от Екатерины с Григорием, удалось сочетаться узами брака, и вы возьметесь за руки, как они когда-то, и пройдете по мосту, то у вас в жизни все точно сложится.